Приветствую всех, ребята, на своем канале. Как ваше настроение? Кто без света, да? Вот. Но сегодня у нас по просьбе Сереги, который продонатил, мы делаем обзор на данное пиво Export Golden. Вот, премиум, да? Здесь у нас 4,8 оборота в данном пиве. Попробуем, определим на вкус, как оно. И также у нас чипсы, да, это, скажем так, все в совокупности, но мы пока их трогать не будем, чтобы понять вкус данного пива. Ну что, открываем опачки. Опа, открыли. И попробуем. Golden Premium Export, да? Хочу, ребята, сказать, кто хочет продонатить, сделать любой обзор, чтобы я сделал, да, на своем канале, то ссылка на мой инстаграм под этим видео, и пишите все вопросы. Так, значит, чипсоны попробуй. Ну, я хочу сказать, пиво вкусное. Не знаю, кому, кто пробовал именно данное, напишите. Напишите в комментариях, да, как вам вот такой экспорт, что вы думаете, или какие вам нравятся данные виды пива, да. Вот, сегодня у нас даже, да, света нету, интернета нету. Это все сделано, свет штучно. Вот, данный ролик снимается без света. Вот, без интернета. Но ничего, я думаю, это все наладится. Если вдруг, как говорится, немножко слишком светлый, то со мной все нормально, ребята. Но хочу сказать, чипсоны и с этим, это вообще тема. Холодненько. А чипсы как хрустят. Я люблю с крабом. Обалденно. Поэтому, ребята, жду ваших комментариев, какие вам чипсы нравятся, да, на ваш вкус, чем нравится. Но мы поехали дальше. Надеемся, что свет и интернет появится. Бо мобильный бывает появляется, пропадает. Вот. Сети нема. Ни связи, ни интернета, ни света. Ну ничего. Всем до встречи. Увидимся уже, надеюсь, с интернетом в прямом эфире. Всем пока.